Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, обращаюсь к вам в связи со странной ситуацией вокруг происшествия, случившегося с моим малолетним сыном, и прошу помощи в защите его прав. 30 мая этого года в Саратове в 19:50 рядом с домом номер 4 по улице Большая Садовая, это новая городская набережная, 16-летний Ярослав П. на электросамокате, полученном в прокат ООО «КИК», совершил наезд на моего 5-летнего сына Федора. В результате мой сын получил ряд серьезных травм, среди которых открытый перелом костей носа со смещением отломков, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы. Полученные травмы повлекли за собой ряд заболеваний по профилю врача ЛО. Все медицинские документы имеются у меня на руках. Сын неделю лечился в больнице. Ему понадобилась операция. Зашивали рваную рану в области носа. Как последствие образовался шрам. Сейчас сын лечится амбулаторно. Из-за случившегося ему понадобилась помощь психолога. На место происшествия приехал инспектор ДПС для составления административного протокола. Однако к своим обязанностям он подошел спустя рукава. Надлежащим образом, не осмотрев место происшествия, не изъяв ни видеозапись с имеющихся поблизости камер видеонаблюдения, ни электросамокат, чтобы потом сделать его экспертизу. Подростка, который сбил моего сына, не направили на медосвидетельствование, хотя имелись признаки того, что он был нетрезв. Позже из средств массовой информации мне стало известно, что по данному факту Следственный отдел по Октябрьскому району Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Однако затем процессуальное решение было отменено заместителем прокурора Октябрьского района Саратова Ковылиным. Из полученной мной копии постановления об отмене возбуждения уголовного дела следовало, что решение следователя отменено, поскольку в материалах отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления по части 1 статьи 238 УК РФ. Якобы не содержится объективных сведений об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей лицами, осуществляющими сдачу в аренду гражданам средств индивидуальной мобильности. Здесь возникают вопросы по качеству осуществления надзора, ведь на подобные случаи, когда пострадавшим является малолетний ребенок, должна незамедлительно реагировать прокуратура и брать проверочные мероприятия под личный контроль. Учитывая вышеизложенное, прошу провести проверку действий должностных лиц, следователей и прокуроров, дав им надлежащую правовую оценку, и взять данную проверку под личный контроль, а также возбудить уголовное дело в связи с причинением травм моему сыну.